Здравствуйте! Вы продолжаете смотреть телеканал «Тверь сегодня». И сейчас я предлагаю вашему вниманию премьеру. Первый выпуск нашей программы «Смотрим джаз». Как известно, музыка, которую называют джазом, зародилась довольно далеко от нашей страны, за океаном, в Соединенных Штатах. Но за последние 100 с лишним лет она завоевала широкое признание публики во всем мире, включая Россию. Более того, сейчас джаз – это уже не просто и не только музыка в чистом, так сказать, виде. Это образ жизни, это целый мир, главным стержнем, главной чертой которого, на наш взгляд, является свободолюбие и непринужденность. В нашем городе джаз тоже очень любим, и у него очень много поклонников. В последние годы у нас регулярно проводятся крупные джазовые фестивали. Почти каждую неделю проходят концерты. В них принимают участие как всемирно известные, так и начинающие исполнители, коллективы отечественные и зарубежные. Поэтому неудивительно и даже закономерно, что Тверь считается одним из ведущих джазовых центров России. В результате, выстраивая музыкальную политику нашего телеканала, мы, конечно, не могли обойтись без специальной программы, посвященной джазу. И мы очень признательны Владимиру Ишиеву, великолепному музыканту, одному из самых авторитетных специалистов в области джаза, который нашу идею поддержал и согласился выступить в роли соведущего нашей программы. Мы назвали ее «Смотрим джаз». Сегодня, как я уже сказала, первый выпуск этой программы. Ее главными героями стали музыканты московского квартета под управлением Сергея Головни, которые не так давно дали концерт в Тверском музыкальном баре «Бутлегер». Итак, смотрим джаз, смотрим. Добрый вечер, еще раз я вас приветствую. И я уверен, что здесь собрались настоящие любители джаза, знатоки джаза, которые знают и понимают, насколько джаз серьезен, но красив, насколько джаз лиричен и сложен, насколько он позитивен и сколько в нем положительных эмоций. И я уверен, что ваши уши готовы это слушать, у вас подготовленный слух для восприятия такой музыки. Она непростая. И мы с удовольствием будем играть мои композиции, также джазовые стандарты. Я хочу, чтобы вы еще раз поприветствовали этих замечательных музыкантов. Владимир Мисаренко, Сергей Кутыч, Александр Кингер. Спасибо вам огромное. Yeah.
уважаемая публика, сегодня мы начинаем серию передач о джазе. Появилась такая, наконец, возможность, в частности, вот у меня выйти на экран, благодаря каналу «Тверь сегодня». Концерты джазовые идут в городе, конечно же, не первый год, и это не первый концерт, но вот в таком формате беседы, в формате освещения не только какое-то интервью у музыканта взять, но и показать часть концерта. Вот это большое спасибо моим друзьям с телеканала «Тверь сегодня». Сегодня у нас в гостях прекрасный квартет, потрясающий саксофонист Сергей Головня. С ним приехали музыканты Владимир Нестеренко, который уже не первый год, не первый раз у нас в Твери. С разными составами приезжал. Вот. Очень сильный пианист, уж вы мне поверьте. Александр Зингер, барабаны. И Сергей Хутас. Вот у нас такая дружеская беседа. И мне кажется, если я вас немножко заинтересовал, думаю, не разочаруем вас и дальше. То есть вот среди тех людей, кроме музыкантов, присутствует Елена, корреспондент «Тверь сегодня». Ну и я, Владимир Ишиев, который, значит, как бы выступает со стороны джазовых людей. Вот. То есть будет такая интересная получится беседа, наверное, потому что и музыкантам будет, я надеюсь, интересно послушать какие-то музыкальные, может быть, такие экзерсисы в нашей беседе. И вот Лена, как человек, который, наверное, джаз любит, слушает, но как журналист, значит, свою точку зрения имеет. Вот мое мнение о всем происходящем, вот в джазе, в музыке, в частности, мое мнение такое, что, наверное, все-таки на первом месте это внутреннее состояние человека. Зачем что-то делается в жизни, внутреннее состояние, то есть как человек делает то или иное дело, в частности, как можно играть музыку, отсутствуя при этом, допустим. Вот, поэтому вот, я думаю, Сергей именно тот человек, который полностью погружен в музыку, и то, что мешает это делать, это мешает ему очень здорово. Музыка это очень непростая вещь в том плане, что требует постоянных тренировок. Тренировки как в спорте, не позанимался ни в форме, плохо играешь. Музыкой надо заниматься с самого детства, желательно, но никогда не поздно прийти. И можно, в принципе, начать в любом возрасте, но очень важно при этом смотреть вперед и стремиться к результатам, иметь цели. Если речь идет о серьезных вещах, то музыка – это гораздо глубже и больше, чем просто какие-то развлекательные мелодии, или гораздо больше, чем заработать деньги, чем коммерция и прочее. То есть там гораздо серьезнее. Это все требует посвящения. Посвящения в эту сферу, в музыкальную сферу. То есть для того, чтобы добиться чего-то серьезного, нужно посвятить себя этому делу. Но это не главное, но тем не менее, если человек этим занимается, то есть музыка – это не главное вообще в жизни, не первое. Но если человек этим занимается, то он обязан отвечать за каждую ноту и за все, что он делает. Это что касается вообще не только джазовой музыки, а вообще во всей классической джазовой музыке. Давайте все-таки поближе к джазу. Что это за направление? Вы можете охарактеризовать, что такое джаз? Что это за музыка? Джаз – это музыка, которая состоит из мелодии и гармонии. Формально она состоит. То есть написана мелодия, на которую есть соответствующая гармония. То есть сопровождение. Разве это не импровизация в первую очередь? Элементы. Импровизация – это один из элементов вообще джаза. Но
нужно же импровизировать на какую-то схему, то есть на какую-то, на что-то нужно импровизировать. Вот для этого изначально есть композиция, то есть композитор пишет пьесу какую-то джазовую, состоящую из мелодии и гармонии, и потом уже он обыгрывает эту мелодию и обыгрывает эту гармонию, что называется импровизация. Импровизация состоит из джазового языка, должна состоять, то есть в каком бы стиле не была написана эта вещь, именно в этом стиле нужно ее, то есть поддерживая этот стиль, нужно импровизировать на эту композицию, на эту вещь. То есть если же ее импровизировать там, в другом стиле, или, например, если смешивать стили, там, играть там, какую-то определенную композицию, и там вставлять и то, и это, и пятое, и десятое, это уже будет не музыка. А нужно, чтобы все соответствовало. Все соответствовало. И очень, конечно, важно слышать, что происходит в ансамбле, потому что очень важны музыканты, которые поддерживают, которые имеют уши. Это очень все, очень важно, все взаимосвязано и все до тонкости. Все очень серьезно, очень серьезно.